всегда и весело смеяться, готов везде всегда. И думают за вас вы наши шумные друзья, Арава озорная, задорная семья. Мартышкины, Мартышкины, запомним без усилия веселую фамилию. Папа, мама и детишки прибегают к нам в припрыжку. Это Мартышкины. Мартышкин гол. Сегодня мы гуляли в парке и увидели один, три,
Oh!
А я так тоже умею. И папочка так умеет. Смотрите, какой мы веселый замок построили. И нечего так переживать. А теперь все вместе навстречу желейным приключениям! Разрази меня, торт! Это был отличный день рождения! Да, мартышкины! Тише, мартышкины! Однажды мы с папой играли в ниндзя. Но тут его позвали на работу. Так-так, пятеро детей в библиотеке. А папа думает, что будет легко. Какой красивый книжный стеллаж нужно собрать. В библиотеке можно читать, печатать на принтере и выбирать книги. А шуметь нельзя. Мы будем тихо, как ниндзя, папочка. Ой, точно, шуметь нельзя. А мы и не шумим. Ха-ха-ха!
Как все тут хорошо механизировано. Ha 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 ha!
Питончику тоже нравятся соски. Может быть, ты, пап?
тряпочка. Питомчик. У нас у всех есть увлечение, а у питомчика нет. Что же нам придумать? Теперь питомчик может веселиться вместе с нами и не хулиганить, когда остается один. Это мартышкины. Музыкальное сальто. Сегодня концерт и ролики. Мартышкины показывают роликовые классы.
Ну уж нет, мы сами сделаем музыку и концерт. Ha ha ha!
Что-то наших долго нет. Точно, давай мамочке позвоним. А вы тут поаккуратнее. Это же музей.